Всем привет, девчоночки! Я рада видеть вас всех на канале на своем, где я худею с большого веса, 170 килограмм. Похудела я на 55, и я с вами встречаюсь вот в таком лесу. Но это не лес, это парк, девчоночки. Мы приехали кататься на великах. Сюда доехали, вот там где-то мой транспортное средство стоит. А хочу просто показать вам, вот сейчас прям березовая тут роща, можно сказать. Сейчас покажу. Вот, какая она красивая. Вот мы едем сейчас 3 километра дорожка, а вот 5 что-то она не заасфальтирована, не сделана. Это как на лыжах здесь можно тоже кататься. Вот видите, в ту сторону все катаются, и мы тоже. Ну вот какая прям, какая красота. Сейчас едем, соловьи поют. Не знаю, слышно вам? Это хорошо. И вот тут у нас лыжный стадион, парк Дружбы. Это мы в парке Дружбы. Поближе подойду. Схема лыжероллерных трасс. Ну, можно сейчас на роликах, на лыжах кататься. Вот, кстати, ты занимаешься лыжкой? Видишь, какая тут как можно заниматься, да? Я тут занимаюсь. По такому у вас там тоже такое? Да. А, ну вот. Ну, слышите, как поет? Тихо. Соловьи. Ну, мы туда вот едем, девчоночки. Не знаю, я ехать и снимать, пока мне не получается. Но еще поснимаю. Вот заехали до стадиончика такого. Отсюда трасса начинается. И сейчас мы... Мой внук едет. Гонит. Раньше здесь как-то было интереснее, вот там какие-то зверушки скульптурные стояли. Сейчас что-то тут ничего нет. Вот там впереди что-то еще. Мы проехали. Ну, сейчас попробуем еще на кружочек съездить. Покажу вам, какой лес красивый. Там вот дача виднеется. Вот катаемся. Это мы уже второй круг. Первый мы проехали 3, а этот 1,5. Ландыши кругом, соловьи поют. Красота! Свежий воздух. Это какая-то более солнечная трасса, а та такая в тенечке. Проходит. Красота. Я не спешу, еду, чтобы снять вам, а то как проскочу и ничего вы не увидите. Ну, это не лес, это парк такой, почти как лес. Тут где-то болотце есть, квакают лягушки. Я готовилась, потом все-таки опасалась, сколько не садилась на велик. 20 с лишним лет, наверное, так. Долго, чтобы ехать и по городу. Ну, внук все-таки меня вывез. Ну, обещала. Обещание надо выполнять. Обманывать детей нельзя. Бабушка встала, взяла велосипед и поехала.
А куда деваться? Казалось, что сегодня прям обязательно поедем кататься. Вот и едем, катаемся. Сидят парочка в тенечке. Я вас не трогаю, я просто вас снимаю. Красавчики. Это селезень и уточка. Парочка сидит. Видишь? Угу. Вот по такому мостику проезжаем речку. Речка Цна. Сейчас я на середине моста дойду. Так, вот он мост там. Сюда вот. Какие утки плавают. Набережная вот эта идет туда. Туда, где колокольни. Всем доброе утро, и на завтрак у меня оладьи из кабачка. Оладьи из кабачка на 100 грамм 50 килокалорий. Здесь у меня 220 грамм, так что у меня 100 с чем-то килокалорий здесь. Ну, и кофе будет с молоком. Всем приятного аппетита! На обед, девочки, у меня просто вот щи. Здесь 350 грамм. И все, больше ничего я решила не кушать на обед. Побольше налила просто. Я понимаю, что здесь, конечно, это вода. Здесь больше воды. Она быстрее уходит. Но ничего страшного. Всем приятного аппетита. На ужин у меня вот рыбка. Горбуша. Стушеная. В молоке с сливочным соусом, можно сказать. Но это молоко было, а не сливки. И салатик такой импровизированный с пекинской капустой и кукурузкой. Всем приятного аппетита. Вес моей порции 380 грамм.